Всем привет! В этом видео хочу представить вам свой топ фишек Instagram Stories. Данный топ поможет вам повысить эффективность, сделать работу более приятной и приукрасить вашу страницу. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. На сегодняшний день Инстаграмом пользуется более 1 миллиарда людей. И большинство пользователей так и не знают обо всех возможностях этой социальной сети. Если вы активно пользуетесь данной социальной сетью, это видео будет вам полезно. Далее в видео я расскажу о полезных функциях и фишках Instagram, которые помогут прокачать ваш аккаунт, а также разнообразит и освежит ваш бизнес-аккаунт и личную страницу. Итак, начнем. В настройках Instagram вы можете активировать опцию «Сохранение всех своих историй и публикаций». Чтобы включить эту опцию, откройте меню «Архив». Здесь кликните по трем точкам справа вверху и выберите «Настройки». Для активации переведите бегунок в соответствующее состояние. Помимо истории, вы можете архивировать и свои публикации. Для архивирования публикации нажмите на три точки рядом с нужной и выберите «Архивировать». После этого она будет перенесена в архив. Чтобы вернуть ее из архива, перейдите в меню «Архив», «Архив публикаций». Выберите нужную, три точки, «Показать профиля». После чего она сразу же появится на вашей странице. Вторая фишка – можно узнать, какое количество пользователей поделилось с вашим постом. Эти данные не показываются в статистике, и узнать их можно, только перейдя на сам пост и нажав на три точки. Здесь вы видите пункт «Посмотреть репосты историй». Если такого пункта нет, то это значит, что сейчас активные истории с репостами вашей публикации отсутствуют. Эта фишка поможет вам понять, как пользователи реагируют на контент, или же определить, насколько им нравится такой продукт по их комментариям к данному репосту. Следующая фишка – возможность отправить фото в Stories прямо из галереи телефона. Выберите фото из галереи и нажмите «Отправить». Затем выберите Instagram Stories, добавьте эффекты и нажмите «Ваша история» для публикации. После публикации фото появится в Stories. Еще одна интересная функция – эффект бумеранга. Чтобы сделать эффект бумеранг, достаточно просто загрузить лайв-фото в Stories, сильно нажать на экран и удерживать палец, пока на экране не появится надпись «Бумеранг». Вернуть фото статичному оригиналу можно тем же способом. Если вам надоел простой монотонный шрифт, его можно залить градиентом из разных цветов. Достаточно выделить написанный текст, выбрать исходный цвет и одновременно двумя руками провести влево по тексту и цветовой шкале. Как видите, шрифт в таком цвете имеет более привлекательный вид. Следующая фишка – эффект свечения эмодзи. Для того, чтобы придать такой эффект, откройте инструмент «Текст» и выберите неоновый шрифт. А после выберите любой эмодзи. Все готово. Таким простым способом можно сделать вид истории более оригинальным и придать эмодзи новый вид. Следующая возможность – добавлять фирменные шрифты. Чтобы эта функция стала доступна, сначала вам нужно будет скачать приложение Over. Приложение доступно в App Store и Google Play. После установки приложения вы сможете скачать шрифты в формате OTF на телефон с компьютера и использовать их в Instagram. И еще в Instagram есть возможность выровнять шрифт по правому или левому краю. Для некоторых шрифтов такая функция доступна автоматически, но при переключении на современный или неоновый шрифт эта кнопка пропадает. Однако простой свайп по экрану в левую или правую сторону исправит ситуацию.
а с помощью следующей опции вы сможете сделать однотонный фон для фото. Для этого загрузите или сделайте любое фото, выберите инструмент «Кисть», нажмите на любое место на экране и удерживайте до тех пор, пока экран не станет нужного вам цвета. Если для заливки выбрать инструмент «Маркер», фон будет полупрозрачным, а с помощью ластика можно сделать различные узоры. Еще одна из фишек – возможность спрятать хэштеги. Хэштеги в Stories увеличивают охват, однако могут портить общую картинку. Спрятать их можно двумя способами – сделать их как можно меньше и затем просто закрыть какой-нибудь гифкой. Или с помощью пипетки выбрать цвет фона и покрасить этим цветом хэштеги. Еще одна интересная фишка – эффект тени для текста. Для достижения этого эффекта напишите нужный текст, а затем скопируйте текст и сделайте еще одну такую же надпись, но другого цвета. Теперь остается наложить их друг на друга с небольшим сдвигом. Эффект тени готов. Этот эффект придает тексту совсем другой вид. И последняя фишка из данного топа – вставка гифки в видео. При выкладывании видео в Stories вы можете прикрепить текст или гифку, так чтобы она появлялась на видео в определенный момент. Для того, чтобы выбрать момент появления текста, нажмите на него и удерживайте до того момента, пока внизу не появится ползунок. Теперь остается лишь переместить его в то место, где нужно, чтобы он появился. После этого нажмите «Прикрепить». Гифки вы можете скопировать прямо из приложения Giphy. Для этого зайдите в приложение, найдите понравившуюся вам гифку и скопируйте ссылку на нее. После вставьте ссылку в вашу историю, и на ней появится ваша гифка. Это далеко не весь список возможностей Instagram. Если вы знаете другие интересные фишки, поделитесь ими в комментариях под этим видео. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.